Привет, меня зовут Никита, и я монтирую видео для этого канала. Судя по вашим комментариям за прошлый выпуск про монтаж, тема вам достаточно интересна, а это значит, что формату быть. И отдельно я хотел бы поблагодарить вас за столь теплый прием на канале. В этом видео вы узнаете, где брать вставки, эффекты и графику для ваших роликов, какие вставки вообще бывают и как их создавать, а главное, как сделать ролик насыщенным и динамичным. При подготовке к этому видео я пытался найти официальные термины или определения, чтобы красиво кидаться интересными словами. Но не смог, потому что обычные бложики на YouTube считаются чем-то простым и не претендуют на создание отдельной терминологии. Поэтому буду просто называть вещи своими именами. Итак, при работе с форматом «Говорящая голова» я использую следующие вставки. Текстовые, GIF-анимацию, простые картинки, PNG-картинки, видео-вставки, биролы и анимированную графику. Именно через эти элементы создается ощущение динамики в видео. Ими вы придаете информативности и глубины вашему основному видеоряду, так как можно наглядно показать, что вы имеете в виду. Теперь давайте отдельно поговорим про каждый формат вставки. Текстовые вставки. Как правило, это титры и заголовки. Титры используются, чтобы добавить дополнительных смыслов. Например, так можно объяснить какое-то редкое слово или термин, который вы сказали в ролике. Также дать дополнительную информацию о предмете, человеке, событии, которые вы упомянули в кадре. Заголовки помогают нам разделить видео на несколько смысловых частей, то есть дать зрителю визуально наглядно понять, о чем сейчас пойдет речь. Существует несколько способов создать титры и заголовки в Adobe Premiere. Способ первый. Вы можете просто нажать инструмент T, текст, в панели инструментов, написать нужный вам текст и при желании анимировать с помощью пресетов, эффектов и ключевых точек. Способ 2. Можно скачать Mogrt файл M-O-G-R-T. Это анимированная графика с уже заготовленной композицией. В интернете есть как платные, так и бесплатные ресурсы, предоставляющие такие файлы. Чтобы установить шаблон анимированной графики, нужно зайти в панель «Графика», нажать «Add» и выбрать путь к файлу на компьютере. И графика появится у вас в списке анимированных шаблонов. Потом мы просто перетягиваем нужный элемент на таймлайн, редактируем под наши запросы и наслаждаемся результатом. Способ 3. Премьер проекты. Еще можно скачать отдельный проект с уже заготовленным текстом. Так вы получите больше возможностей по настройке композиции, но если вам не нужно создавать какой-нибудь эпичный киношный титр, типа такого, то проще воспользоваться MOGRT Mogrt файлом. GIF файлы. Главный плюс гифок в том, что они отлично отображают эмоции сказанной фразы. Ими можно показать почти любой объект в анимированной форме. То есть не просто статичную картинку, а именно движение. Гифки легко искать, и они бесплатные. Из минусов можно выделить их низкое качество. То есть большинство гиф-файлов в маленьком разрешении. Поэтому их можно использовать как дополнительный всплывающий объект в рамках основного видеоряда. Но не стоит вставлять их как полноценный футаж, то есть на весь экран. Лучшие сайты для поиска гифок — это gifer.com и gifi.com. Простые картинки. С картинками у меня все проще. Если я не нахожу более изящный способ показать то, что происходит в видео, то я использую картинки. Они также бесплатные, в высоком разрешении, и в интернете можно найти картинку практически на любую тему. Но они статичные, поэтому я не советую вставлять картинки больше, чем на несколько секунд, потому что так может просесть динамика. Для поиска я использую сервис Яндекс.Картинки, так как там удобный интерфейс и, по сути, это библиотека со всего интернета. PNG-картинки, то есть картинки без фона. Это более интересный формат вставки относительно простой картинки, так как такое изображение можно легко анимировать с помощью пресетов. PNG-файлы отлично подходят для того, чтобы показать какой-то отдельный элемент, логотип или создать объясняющую схему. Для поиска картинки нужно просто добавить буквы PNG в конце слова. Например, я хочу показать логотип Instagram. Я вбиваю Instagram, лого PNG. Выбираю картинку без фона и переношу на компьютер. Или, если мне нужны иконки, то я просто захожу на сайт iconicons.com и выбираю там. Чтобы создать PNG изображение, нужно всего лишь зайти в Photoshop, вручную удалить фон и сохранить наше изображение в формате PNG.
Видео вставки. Наверняка вы встречали ролики, где автор резко прерывается, и его продолжает какой-то персонаж из кино или интернета. Ну не только на Влада Бумагу. Влад Бумага, пожалуйста! Это видео-вставки. Они отлично подходят для усиления сказанного и могут добавить юмора в ваш ролик. Это очень классный способ разбавить видео, но проблема в том, что такие вставки сложно искать. Можно написать в YouTube вставки для видео. Так делают большинство, и эти вставки, найденные таким образом, уже довольно сильно заезжены. Поэтому лучшим решением будет самостоятельно вспомнить какой-то фрагмент из сериала, фильма или видео и вставить в свой ролик. Такие моменты можно искать на YouTube, потому что тут часто публикуют яркие моменты из фильмов или сериалов. Или если вы вспомнили момент из кино, идеально подходящий под ваш ролик, но не можете найти его на YouTube, тут уже ничего не поделать. Придется скачивать целый фильм, искать там этот момент, потом обрезать его и только после этого вставлять в ваш ролик. Да, проблематично, но порой ради идеальной вставки можно и потратить больше времени. Бироллы. Бироллы — это дополнительно снятые вами кадры или скачанные футажи. В отличие от видео-вставок, это более красивые кадры, под которые можно наложить, например, музыку или voice-over. То есть, если видео-вставки несут более развлекательный характер, их нужно вставлять резко, а не как вспышка, то бироллы скорее художественный элемент, и их желательно вставлять через переход. Но оба этих формата отлично разбавляют видео, не давая зрителю заскучать. Поэтому не пренебрегайте такими кадрами. Бироллы можно найти как на платных сервисах, лично я пользуюсь motionarray.com, так и на бесплатных. Список лучших бесплатных сервисов вы можете сейчас видеть на экране. Анимированная графика. Что ж, и последний формат вставки, на мой взгляд, самый интересный с точки зрения вау-эффекта, это анимированная графика. Взрывы, эффекты, дым, выстрелы и еще куча всего. Как ни странно, такие эффекты применимы не только в больших фильмах, но и в простых роликах для YouTube. Да, со спецэффектами лучше не борщить и применять 1-2 раза за ролик, особенно если у вас формат говорящая голова. Но такие моменты точно удивят зрителя. Чтобы создать такую графику, вам всего лишь нужно потратить год-другой на профессии CG-специалиста и моушн-дизайнера. Но если у вас нет этого времени, то вы можете воспользоваться интернетом. На моем любимом сервисе MotionArray есть довольно обширная библиотека таких файлов в высоком разрешении и без авторских прав. Да, за качество нужно платить, но если вы хотите обойти этот момент, можно в YouTube написать «графика green screen» и посмотреть, что подойдет для вашего ролика. И также можно искать любые другие элементы. Например, взрывы, роботы, лайки. Просто после слова, которое вы написали, добавляйте green screen. Выбрав нужный файл, перенесите его в Premiere, наложите эффект Ultra K, выберите пипеткой зеленый цвет и расположите на своем таймлайне, как вам нужно. Что ж, надеюсь, у меня получилось осветить тему вставок для видео. Также хотел бы добавить, что для органичности лучшими вариантами вставок будут сняты именно вами футажи, созданная именно вами анимация, графика и эффекты. Но если вы не готовы тратить кучу времени на создание одного ролика, то озвученные мной варианты будут весьма кстати. В заключение прошу поставить лайк, так как я очень старался при создании этого ролика. Пишите ваши комментарии, я лично постараюсь на них ответить, и до скорого!